Life. Всем привет и сегодня покажу вам как установить новое ограбление банка Liberty City GTA 5. Банк Liberty City именно того банка, который находился в GTA 4. Мы его принесем в GTA 5 и там сможем его ограбить. Также ребята подписывайтесь на канал, кто еще не подписан и ставьте лайк, если вам понравится это видео. Ну а сейчас давайте перейдем к установке и позже к обзору. По сути у нас установка будет как скриптового мода, так и мода аддон. То есть аддон интерьера, потому что такого интерьера нет в GTA. -шке. Именно поэтому нам надо столько много файлов. Если это был бы только скрипт, нам бы не нужно было столько много файлов устанавливать. Поэтому давайте все это скачаем и установим в игру. Загружаем Bank Liberty City последней версии. Тоже интервьер скачиваем себе. Open 4 программу загружаем. В общем, все ссылки на файлы я оставлю в описании под видео. Game Config, потому что у нас аддон мод. Типа Jester. Тоже загружаем скрипт к обычной последней версии. .NET и NetEU релиз последней версии. И самое важное, чтобы у вас этот мод заработал, вам надо устанавливать игру, скачивать вернее, версию, у которой есть обновление за декабрь 2020 года. Это обновление Caio Perico. Именно с таким обновлением у МАЦ будет работать ваша игра. Это по-моему 2189 или 2245. В общем в интернете можно найти это обновление и только после этого устанавливать моды, потому что со старыми обновлениями эта игра не работает. То есть этот мод вернее. Ну и теперь давайте приступим к установке. Нажимаем показать папки и открывайте корневую папку с вашей игрой. Открывайте там, где у вас находится ваша игра установленная. То есть там, где у вас находится ярлык и вот эти вот все приложения RPF. Сюда закидывайте сначала самые легкие файлы. .NET Script Hook. Вот эти все файлы выделяете, перебрасываете. Я буду пропускать, потому что они у меня уже есть. Показываю для тех, кто первый раз устанавливает данный мод. Открываем потом скриптук 5 обычный, bin открываем, динпут 8 .dl закидываем, также закидывайте скриптук 5 .dl тоже сюда, папку с игрой и закрываем. Далее по файлу Limit вот эти два файла закидываем папку с игрой, также закрываем, и по открываем и вот эти два файла тоже закидываем папку с игрой. Я их заменил, потому что они у меня уже есть, и закрываем. Вот это можете удалить, что вы себе установили. Теперь в папке с игрой просто создаете новую папку и называете ее папка Scripts. Так же как у меня на английском Scripts. Откройте эту папку Scripts, она у вас будет пустая. Или если она у вас уже есть там, в принципе не важно. Следующие моды копируются в папку Scripts. Открывайте релиз и вот эти два файла закидывайте в папку Scripts. Вот сюда. Далее закрываете и открываете Bank of Liberty Haste. Сам скриптовый мод. Тоже его закидываете в папку скриптс. Он у меня уже есть, потому что я его ранее тестировал. У вас по сути должно быть native UI, вот эти два файла. А также вот этот мод банков Liberty. Все остальные это мои, потому что я ранее устанавливал моды. Закрываем. И это тоже можете удалить, что вы установили. Далее нам надо распаковать конфиг. Открываете его. И смотрите какая у вас версия игры. То есть заходите где у нас... GTA 5 приложение, которое больше всего весит. Нажимаете свойства на него. Подробно. И здесь у нас написано версия игры. У меня 23.72.2 и для этой версии надо распаковать себе конфиг. Вот он находится в этой папке 23.72.2. Ток трафик распаковываю себе сюда. Если у вас здесь допустим более старая версия. Заходите в Older Version здесь. В эту папку. И здесь есть все старые версии игры GTA 5. Важно, чтобы вот эти цифры совпадали с папкой, которую вы распаковываете. То есть, если у вас версия здесь 22.45. Такую версию ищите здесь в этом архиве 22.45. Соответственно, чтобы они совпадали. И закрыли. Это тоже закрыли. Папку с игрой можете уже закрыть. Этот конфиг тоже можете себе его удалить. То есть мы его уже себе распаковали. Теперь просто устанавливайте программу OBS Нажимайте здесь русский, и продолжаете, принимайте здесь условия, соглашайтесь и скачивайте себе 19 мб файла. Нажимайте здесь да. Наша программа загружается и устанавливается. После чего нажимайте просто закрыть. Далее ее открываете, на рабочем столе появится ярлык и нажимайте здесь Windows. Указывайте путь к вашей игре, где она у вас находится и выбор папки. Продолжить нажимаем и еще раз продолжить. Наша программа запускается. После ее запуска обязательно нажимайте здесь Редактирование, включайте. И нажимайте здесь Да. Далее заходите Инструменты, оси менеджер заходим. Здесь проверяем, чтобы все было установлено. Если что-то не установлено, нажмите просто Установить. И закройте. Чтобы было главное все зеленым, как у меня. И закрываем. Теперь устанавливаем саму модификацию Bank Liberty. Вот это можете себе удалить в EZTube. Открывайте банку Либерти архив. Банк Liberty, вот эту папку открываем. Single Player, потому что это сюжетка. И вот этот банк нам надо установить, который в Single находится. Он устанавливается по следующему пути. Заходите в Update, X64, DC Packs. Открывайте любой архив отсюда и нажимайте копировать или показать папки mods. Нажали на эту кнопку и вас приносит папку mods. Нажимайте потом вот здесь. У вас будет тот один архив. У меня больше папок здесь, потому что у меня больше модов установлено. И в эту папку DLC packs по этому пути Mods Update x64 packs Закидывайте этот банк, в котором находится DLC RPF. Просто его сюда перебрасывайте. Далее заходите в GTA 5 здесь. Нажимаете здесь Update. Update RPF и также само копировать или показать папки Mods. Переносит Вас папку Mods. common заходим, дата заходим и заходим в Dancelist. Редактировать нажимаем на него. Переходим в самый низ и копируйте любую последнюю строчку с этого листа Нажали копировать, нажимаете здесь Enter и вставляете ее сюда. Дубликат делаете. И вместо этого дубликата просто на английском можете прописать банк или скопируйте это название банк и пропишите его сюда вместо этого. Или на английском пропишите после чего просто сохраняете. Также, если вы не можете это редактировать, если у вас нет вот такой кнопки, надо нажать здесь на редактирование, чтобы оно светилось. И закрываем. И последнее это то, что GameConfig нам надо тоже закинуть в эту дату. Просто его сюда перекидываете. Перекинули и в принципе все. Мод у нас установлен. Можем это все удалить. Выключать редактирование. И запускать нашу игру. Ну и после запуска вашей игры, в принципе, у вас на карте появится вот такой значок. Банков of Liberty будет называться, такой американский флаг. И сюда просто едем, здесь у нас находится наш банк Liberty City. Давайте туда отправимся и попробуем его ограбить. Я сейчас нахожусь в такой маске. В принципе, маска вам не обязательно для ограбления, то есть мод у вас будет работать без разницы, в какой вы одежде. Итак, подъезжаем к этому банку. И смотрите, ребята, вот у нас банк Liberty City. Давайте выйдем его осмотрим, какой у нас банк этот. Можно даже туда зайти, то есть ограбление начать. По сути, здесь в игре он называется International какой-то. Jewelry Exchange. Обменный такой пункт. То есть заходим сюда, просто видим. Здесь у нас есть Liberty City Heist. Добавляет 5 звезд розыска. Смотрите, я пока что это делать не буду, то есть можем просто зайти посмотреть, что да, что да как здесь. Здесь сидят работники, вот этот бах, что у нас такая размытость, я не знаю, это скорее всего мод такой. То есть я уже пробовал эту размытость пофиксить и с другой графикой, то есть ничего не получалось. Возможно что-то с модом не так. Ну и давайте начнем ограбление, по сути я сейчас вытащу себе оружие, там надо будет ликвидировать охранника просто начинаем ограбление так кейс загружается и все у нас появилась сумка там какая-то очередь мы просто такие подходим к охраннику он нас уже увидел я его ликвидировал можно было его сразу же ликвидировать но в принципе уже как есть и отправляйтесь сразу же туда в хранилище сейчас там надо будет взломать э, вот это замок так, полиция уже есть нет Пока что сюда не зашла. Там они пока что будут, будут оцеплять территорию. Нам надо хакнуть этот замок. Это отпечаток пальца такой сейчас. И просто себе листайте, как в GTA Online. Сейчас надо найти нормальный отпечаток, чтобы открыть хранилище. В принципе, я сейчас попробую это сделать. Может получится, не знаю. Ну, по сути, должно получиться. Я сейчас попробую это взломать этот замок. Как-то так. По-моему, вот этот. Да? И потом, ну, ориентируясь по этим, смешки нету здесь, да? Ориентироваться надо по краям, скорее всего, этого с... краям отпечатка. Давайте пока что снизу поставим этот, чтобы потом не путался там. При всего вот этот. Так, этот и последний. Да, удалось хакнуть отпечаток. И теперь просто ограбление началось, сигнализация сработала. И отправляемся в, этот, в хранилище. Смотрите, сколько здесь всякого золота. Берем и просто накидываем его. Это ограбление оно одно из самых крупных. То есть здесь, видите, какими крупными суммами здесь идет. По 100 тысяч. Первое вот это у нас дало сразу же миллион двести. По сути здесь то ли шесть с половиной, то ли сколько там миллионов дает это ограбление. Не знаю, посмотрим сейчас. Учитывая какая добыча здесь стоит, то есть если все золотые слитки, то конечно же будет больше. Так, накидываем еще вот это. 3200 уже. 4500 4 миллиона 500 это пассивик стандарт ограбления. Но здесь уже будет явно больше, потому что это только четвертая вкладка с этим золотом. И у нас уже больше, чем 4,5. 4,800 уже, да? И последние там вот это денежки. Давайте посмотрим. Ну, они идут по 60 тысяч, получается. По 80 там, по-разному. Доллары. И золотые слитки. Это самая огромная добыча. Давайте соберем уже последнюю. Так. 5,700, 5,800, 6 уже есть. 6,400 будет, я думаю. Даже больше. 6,645. Самое большое, самое крупное ограбление. А здесь есть также сейф. Сейф, к сожалению, пока что нельзя здесь ограбить. Есть ячейки. Они пока что тоже недоступны. Только это золото. Так, ну что, в принципе, сейчас надо просто оторваться от копов. 5 звезд у нас розыска. И все, и ограбление у нас как бы состоится. Давайте отправимся, посмотрим, где они там. Пока что не приехали, я надеюсь. Или уже приехали. Так, где наш, наш автомобиль? Вот он. А вот и копы уже приехали к нам. Отправляемся, уезжаем отсюда. Я сейчас поеду туда. Где можно спрятаться? Давайте сразу же вот так вот сюда, если я сейчас не заблокирую машину здесь. Нет, нормально вроде бы. Ну почти уже спрятались, видите, ребята. Я сейчас поеду вот сюда, где э, трамвай ездит. Здесь будет получше. Можно здесь спрятаться, получается, да? Вот он коп едет, так надо срочно вниз туда заехать. Где этот переезд? Вот он. Так, заезжаем вниз. С поездом сразу же. Пока вертолет нас не заметил. Все. И главное сейчас здесь переждать. Пока копы не видят. То есть, я надеюсь, они сюда не сунутся. Если сунутся, то придется отстреливаться, конечно же. Так, Вроде бы никого здесь нету. Главное, чтобы нас тоже здесь не сбил трамвай. А вот там и копы, по-моему, сюда хотят поехать. Да, есть коп. Надо, надо другой путь искать, ребята. Надо ехать в тоннель. Или же сразу же садиться на поезд и отстреливаться. И в тоннеле потом вылезти. Я, наверное, так и сделаю сейчас. Давайте-ка здесь перелезем. Вот так. О oh, нет, ребята. Не успею, наверное. Есть, успел. Так, ложимся под поезд. Сейчас там вылезем, где будет тоннель этот огромный. Но можно пока что отстреливаться от копов. Хотя, в принципе, смысла даже нету, потому что они нас не видят здесь. Я спрятался поэтому. Сейчас будет там тоннель, я в тоннеле где-то там вылезу. Я думаю, что в тоннеле не, не сунутся эту, эти копы. Уже как бы поезд гораздо быстрее, чем эти вертолеты, и они не могут его догнать. Вот он, кстати, один вертолет догоняет нас уже. Так, есть тоннель, когда а же он будет уже? Вот он, ребята, тоннель. Самое время вылезать здесь. Давайте вылезем. Все. Главное, чтобы нас здесь копы, конечно же, не нашли, потому что если найдут здесь, то придется, придется как-то отстреливаться, искать машину. Я надеюсь, меня здесь никто не найдет. Так, ну здесь такое место, то есть уже почти Палета Бэй, сейчас дорога в Палета Бэй, Сэнди Шорс. Кто-то там сверху едет. Нет, это по шоссе они едут. Это не здесь. Ну, в принципе, нормально, я думаю. Тоже главное, чтобы нас поезд здесь не сбил. А ну-ка, давайте. Ну, у меня есть фонарик, да. 6600 нам засчиталось полностью. Наше ограбление, в принципе, полностью состоялось. Как видите, ребята. Таким образом, мне удалось от них даже уйти. Даже без щитов. То есть, ну, в принципе, у меня там была какая-то неуязвимость, неуязвимость. Или что это броня, по-моему, была включена. То есть, видите, таким образом мы себе с вами свалили от копов, даже не включая там тренеры или, или там подобное. Можно это сделать, осуществить, можно поехать под шоссе, там есть такой э, путь, где мы в сюжетке проходили ограбление, можно сюда поехать. В принципе, сюда они не сунутся, эти копы. Ну и 6,5 миллионов как бы у нас в руках, это самое огромное ограбление, по сути, за всю историю модов ограблений банка. Сейчас найдем себе какой-нибудь автомобиль. И, в принципе, все, поедем уже. Маску можно уже снять, но, в принципе, это такое. Стоит здесь автомобиль. Я надеюсь, он открыт. Да, открыт. Как раз таки на отход его поставили здесь, чтобы я взял. И все. Собственно говоря, просто себе уезжаем. Довольно-таки интересный мод на ограбление банка. По сути, учитывая то, что куш один из самых больших, если сравнивать с другими модами на ограбление банка, там предпоследнее ограбление, самое большое это 4,5, это Pacific Standard, оно находится где-то там в центре, но там гораздо сложнее оторваться от копов, потому что они окружают вас. А здесь у вас есть как бы время, чтобы уйти от них, куда-то спрятаться еще, потому что банк находится не в таком центре, как Pacific. Что ж, на этом у меня все. Если вам понравилось это видео по установке, по такому обзору, подписывайтесь на канал. Также есть на канале и другие моды по установке и ограблении банка. Можете себе их установить, посмотреть. Но, в принципе, они, большинство из них одинаковые, то есть скрипт один и тот же, просто локации другие. А на этом у меня все. До свидания. Всего хорошего.